Получается, Кира, ты у нас косячная, да? Прям косяковый, да? Косячишь. По черному? А? Или по белому? По белому. Что там случилось? Рассказывай. Наругали тебя? Что ж ты у меня такая косячная, а? Что накосячила опять? Я ничего не косячила. Ну, хорошо, что тебя наругали? Ты сегодня в углу стояла? За что? За то, что стол поцарапала? Чем? Ножницами? Да. Все-таки ножницами? А теперь что? Теперь в чем косяк твой? Не знаю. Ну, тебя за что ругали? За то, что... Они думали то, что я нарисовала белым фломастером на ноутбук. Но белый фломастер лежал возле тебя, когда ты ела. Да-да-да. Лежал, я помню. Я его убирал. И что ты там нарисовала? Ничего я не рисовала. А если честно? Нарисовала я. Что? Нарисовала. Ты? Что нарисовала? Гномика? А кого? Все-таки нарисовала? Значит, получается, все-таки не зря тебя в угол ставят, да? Заслуженно. Но мороженое дали доесть? Добрые? Сейчас даешь мороженое и снова в угол. Из угла в угол у тебя в жизни. Я пойду туда в угол. Нет. Куда поставить маму, туда и пойдешь. За угол обычно читают 4-6 страниц, чтобы выпустили. Ты как с этим? У тебя все нормально? С чтением? Почитаешь сегодня еще, чтобы выйти из угла? Да?